неженой, головой поникшею сия. А демон мрачный и мятежный над адской бездною летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал. Раздался звонок однажды, и в трубке говорят: «Эльмира», я говорю: «Да». Меня зовут Ирина Кудюкова, я анимационный режиссер студии «Беларусьфильм». Первый канал запустил такой огромный проект, который, наверное, вы тоже знаете. Это «Гора самоцветов». Мультфильмы по сказкам народов России. По-моему, 63 мультфильма сняли по разным сказкам. И вот нам говорит, поскольку тогда уже многие студии закрылись, у нас мультипликационная, осталась только студия «Пилот» в Москве, и все. И распределили по разным. Проект был большой, и Рижская киностудия, и «Беларусьфильм» подключили, в общем, разные-разные студии. И вот этой вот Ирине Кудюковой досталась татарская сказка. «Соловей» называется, и мультфильм называется «Соловей». Сказка чудесная. Оказалось, что я в мультфильмах ничего не понимаю. Я была очень удивлена, потому что вот мультфильм «Соловей», на мой, вот как вот, когда я посмотрела, мне показалось, что он очень, ну, примитивно сделан. Вот когда уже привыкаешь вот к компьютерной графике, да, вот когда все прописано, прям мельчайшие детали, оказалось, что это очень, вот те, кто понимают, и те, кто по фестивалям ездит вот этим анимационным, они знают, что вот это как раз ручной труд, где вот каждая картинка подкладывается под следующую, там, и вот это сложнейший труд, сложнейшая работа, вот, и это все живое. И мне говорят: вот нам нужно, чтобы вы, в общем, спели на татарском языке. Я говорю: простите, пожалуйста, но я не пою на татарском языке. Они говорят: а придется. Потому что вы представляете, кто вас просит? Я говорю: кто? Она говорит: Эдуард Назаров, это который Винни-Пуха рисовал. Ну, это Бог, конечно, как я могу сказать Богу, что я не буду? Говорю: ладно, хорошо, спасибо.
пою, как бы все равно что, но она говорит, ну вы мне варианты, в общем, пришлите. Я к сестре, а сестра у меня более-менее, в общем, в этом. Я говорю, давай помогай, вот давай выбирать какие-то песни. Ну вот что-то мы подобрали, несколько отправили. Сестра у меня сделала перевод, она язык знает. И там была цензура, в общем, надо было, чтобы перевод был приличный. Утвердили. И потом мне рассказывали, что директором этого проекта был Александр Татарский, знаменитый тоже режиссер. А художественным руководителем проекта был как раз Эдуард Назаров, то есть вот эти вот два начальника. И говорит, очень смешно было, когда по коридорам, говорит, ходили в студии «Пилот», и из-за двух дверей, значит, раздавались татарская песня, которую подпевают татарские, значит, и Эдуард Назаров. Вот. Я не могу сейчас говорить. И удивительно, что вот этот мультфильм «Соловей» на маленьких детей, я это видела, он производит какой-то вот... На меня, я говорю, я увидела, что он вот, ну, как странно, как вот, не прописан. Вот, да. А вот моя дочка, ей было 3 года, она заставила 7 раз подряд включить. Еще. Еще. То есть что-то вот, да, вот это. И потом мне многие говорили, что дети смотрели с удовольствием, да. Вот, а потом прошло, наверное... Года 2. Но там ты только пела и только, нет, только пела. А как раз там 2 песни, ну, кусочки 2 песен. И они, одна вот песня, которая на титрах, она так всем приглянулась. И она гуляет в интернете уже самостоятельно. И я получила море писем из разных уголков мира от татар с просьбой, чтобы я записала диск, где, чтобы целиком это было. Мы тоже хотим. Правда? Ну вот это вот я вот столько лет прошло и никак не могу вот ничего вообще записать. Все упирается вот. Надо, видимо, как-то наступить на горло себе. Как-то... Да, можно научиться спрашивать. Раз, сама по кругу пустить один и тот же купец. Да, мы все равно не поймем. Ну вот та песня, я тоже сейчас я буду вот кусочки, я не смогу. Мне шпаргалка тоже нужна. Thank you.